Добрый день. Сегодня заменим масло в двигателе на Nissan Murano за 51 кузов. Заменим фильтра, заменим салонный фильтр. Начнем с того, что сейчас приподнимем автомобиль, сниму пыльник, покажу, где стоит масляный фильтр. Воздушный фильтр стоит у нас вот в этом корпусе здесь. Защелки отщелкиваются, и оно меняется легко. Ну, все покажу. Поднимаем автомобиль и приступим. Ну вот я поддомкратил автомобиль, на подъемнике поднял, правда. Вывернул колесо правое направо. И вот этот пыльник снимаете 4 клипсы. 2 вот сверху, 2 вот спереди. Снимаем эти. Сейчас снимем. И сразу будет видно фильтр. Сняли. Вот он и масляный фильтр. Откручивать его здесь удобно. Защиту можно не снимать. Есть там отверстие для слива. Покажу тоже. Сейчас возьму крабик. Хотя здесь можно и руками открутить масляный фильтр. Да, пошел от руки. Мы берем новый фильтр. Фильтр будем использовать фирмы Кита. Сюда идет цвет по ВИКу 224. Фильтр маленький. Здесь большой не поставишь. Будет пыльник упираться и стучать. Заливаем фильтр масла. Опять же, ну, много не заливайте, так чтобы пропитался элемент. И обязательно смазывайте резиночку. Здесь я ничего не протираю в данный момент. Фильтр точно такой же, чтобы грязь туда никакая не попадала, не сыпалась, не исключить. Беру новый и закручиваю его. А потом уже можно протереть будет. Также затягивайте, чтобы потом можно было легко вам открутить. Но при этом усилия должно быть достаточно. Все, вот фильтр заменили. Сейчас здесь протру, пыльник поставлю и сольем масло. Вот, пыльник поставил на место. Теперь переходим на пробочку. Вон пробочка. Вот через нижнее отверстие сейчас будем сливать
пробочка там на 14. Головочкой открутим и сольем. Открутили пробочку. Все, сливаем масло, опускаем машину и будем заливать. Здесь вот метка получается заштрихована от L до H в штрих. Это норма. Сейчас проверим. Не хватает 3 миллиметра. Дольем грамм 250-300. С учетом на фильтр еще грамм 100. Поэтому где-то грамм 300 надо долить. И будет уровень. Сейчас заведем. Подождем, чтобы слилось масло. И потом уже проверим. Ну вот масло сбежало. Двигатель заглушил. Теперь масляный щупку доставляется, трубочка вся в масле. Надо ждать гораздо дольше. Да, масло уровень, все нормально. Ну, все, масло заменили. Фильтр масла не поменяли. Меняем воздушный фильтр. Дождик пошел. Снимаем вот эту защелку. Снимаем вот эту защелку. Приподнимаем кожух. И вытаскиваем фильтр. Ну, фильтр не такой грязный был. 10 тысяч прошел, меняем. Ставим ашику. Это оригинальный номер, а верхний номер это по ашике. Получается 20.01.108. Сниму перчатки грязные. Поднимаем крышку.
сзади, там направляющие, их попадаете, а потом защелкиваете защелки. Все, воздушный фильтр поменяли, идем менять салонный. Салонный фильтр находится снизу под бардачком со стороны пассажира. Там очень-очень неудобно это менять. Сейчас попробую подлезть, показать. Стоит он боком. Вот крышка. Не знаю, крышку видно, нет? Да, вот видно крышечку. Ее отщелкни, чтобы вам было видно. Вот, вот флажок, вот этот. Его поднимаем, вот такая крышка выходит. Вот там видно, вот белый, это фильтр. Чтобы его вытащить, его надо, окно гораздо меньше фильтра, и поэтому фильтр надо сжать. Вот, как бы сморщить его. Вот я его сейчас вот так вот сжал. Сжимаете его, захватываете и вытягиваете сюда. Я сейчас вытащу его и продемонстрирую, как сжимать его. Потому что так иначе его не видно будет. И вставляется он точно так же. Сжимается и вставляется. Потом шевелится туда-сюда, и он расправляется там. После того, как вы убедились, что он расправился, тогда уже можно закрывать крышечку. Снимаю его. Вот старый фильтр, вот так вот фильтр стоит, а вот так вот крышка стоит. Видите, насколько крышка меньше фильтра. Это настолько меньше окно, куда фильтр заталкивается. Ставить мы будем вот такой вот фильтр, тоже угольный, китайский, VPM2727-7JN00B. Ну, номер взят от оригинального, а впереди буквы VPM стоят. Фильтр тоже угольный, и вот чтобы его вставить вот в это окно, мы его будем складывать вот таким образом, вот так вот будем и заводить туда. А когда уже туда заведете, там фильтр потрясете, туда-сюда так подвигаете, и он выправляется. Получается, мы его посередине с одной стороны вот так вот вдавливаем и складываем вот таким образом. Сначала заводите перед, а потом заводите зад. Все, вставляем фильтр, закрываем крышку, но при этом, когда старый фильтр вытащили, надо пропылесосить, потому что там листва сыпется, он стоит то вертикально, и все это за фильтром тянется, вся грязь. Фильтр, видите, грязный какой. Надо попылесосить. Всего доброго. Так, ну вот вставил фильтр. Хочу показать. Вот. Вот так вот его пошевелили. Он занял свое место. И после этого уже можете закрывать крышечку. Крышечка поднимается вверх. Вверху как бы паз встает у него и защелкивается снизу. Все. Все, фильтр установили. Вот такая вот неудобная штука. Ну, повозиться можно сделать. Все, всего доброго. ТО сделали своими руками. Всего вам доброго.